К другим темам. К 11 годам лишения свободы приговорили бывшего руководителя отдела образования Талдыкургана за взятку в 280 миллионов тенге. В антикоррупционной службе сообщили, что крупную сумму он получил от главного бухгалтера отдела за сокрытие факта хищения бюджетных средств и неувольнение с работы. В законную силу приговор еще не вступил. Также антикоррупционной службой завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкургана по факту создания организованной преступной группы. Ее члены занимались противоправными деяниями с января 2020 по март 2023 года. Они на системной основе совершали хищение бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате ущерб государству составил более 4 миллиардов тенге. Суд по данным фактам состоится в ближайшее время.